Готова? Я готова. Ты собираешься в школу? Думаешь, это хорошая мысль? Я не хочу отстать от своего класса. Я жду в машине. Я знаю. Здорово. Я тебе перезвоню, хорошо? Пока. Привет. Дженни, дай мне свой телефон. Только долго не болтай. Привет, Том. Это Лили. Генри вернулся? Ясно. Пока. Почему ты мне не сказала, что Генри выперли из школы? Я слышала от Лисы Собрис. Она говорит, он сорвался и пытался придушить мистера Фелдмана. Вот псих. Что? Почему ты от меня уходишь? Лили! Лили, в чем дело? Мистер Фельдман! Мистер Фельдман! Почему вы его исключили? Лили, я не понял. Генри Беллоу! Что он сделал? Это тебя не касается. Ответьте. К сожалению, он плохо учился. Неправда. Лили. Вас попросила об этом моя мама. Я понятия не имею, о чем ты говоришь. Вы лжете, это она вам сказала. Лили, замолчи, в мой кабинет сейчас же. Теперь нам звонят из офиса Джеки каждые 5 минут. Очевидно, он наделал в штаны, прочитав статью о том, кого он включил в штаб своей избирательной кампании. Он требует опровержения. Уилл, может, ты ему объяснишь, что он вылетел из высшей лиги? Мистер МакАлистер, вам звонит жена. У нее что-то срочное. Извините. Мистер Фельдман будет через минуту. Такое поведение в стенах нашей школы недопустимо. Кэтрин считает, что Лили нужно отправить в санаторий. Она там отдохнет, укрепит нервы. Замечательное решение. Некоторым нашим учащимся это очень помогло. Мой брат там лечился. Неужели? Да. Лили, я к вам приходил, но меня к тебе не пустили. Генри уехал. Куда? А ты куда едешь? В реабилитационный центр. Тебе нельзя общаться с наркоманом. Пожалуйста, не уезжай, прошу тебя. Я скоро вернусь. Я вернусь. И тогда мы сразу же продолжим наше расследование. Держись, Лили. Обещаю, что с тобой ничего не случится. Обещай мне. Обещаю. Отлично. Пока. Боже мой. Фильм озвучен телекомпанией СТС «Санкт-Петербург», 2006 год.